вкусно ли тебе девица? Вкусно ли прекрасно? Не понимаю, вкусно ли? Но не обычно. Рот потерял сноровку. Но у тебя получается, ты способная. Может, и не вкусно, но точно хорошо. Наконец у нас светит солнце. Мы добрались до океана. Видите? Вот. Я параллельно решаю какие-то напряженные вопросы с Москвой по работе и читаю книжку «Палач любви» Ирвин Ялом. Психологические истории про психолога-пациентов, про их истории любви. Вот, случайно увидела на полке у подружки в салоне у Ксюши Изумруд и забрала себе на отдых. Вот так. Так что, если я приду к вам в гости, прячьте от меня книжки.